Всем привет, меня зовут Настя. Меня тоже зовут Настя. В этом декабре мы решили заняться с вами писательским исследованием. Это не самая обычная мастерская. Будем учиться собирать материал для ваших историй и работать с ним. Без этого в нашем деле никак. Ну и кроме того, мы очень надеемся, что наша мастерская поможет вам научиться получать удовольствие от любого исследования, в том числе от школьных докладов и рефератов. Мы долго думали, о чем вам было бы интересно писать, и решили писать о писателях, потому что это далеко не те скучные и нудные люди, о которых пишут учебники литературы, а вполне себе такие, как мы с вами, живые, со своими курьезами и неприятностями. И кроме того, очень интересные люди. Например, вы знали, что Цветаева однажды побрилась на лос, а Лесков был вегетарианцем. Чехова оставляли в школе на второй год за предмет словесность, а у Гоголя было хобби, он любил готовить и заниматься рукоделием. Да, любимым блюдом Гоголя были галушки. Если вы хотите узнать об этом побольше, приходите к нам на исследовательский интенсив «Байки о писателях». Он пройдет 7 и 8 декабря в Creative Writing School. Ждем вас!